Всем привет, с вами Прия. Сегодня порассуждаем на интересующие нас темы касательно грядущего контента, касательно того, что вообще будет дальше, что вообще будет происходить у нас в игре, на стримах, там, в прочем каком-либо контенте. Давайте внимательно глянем на число сегодняшнее. Это 28 ноября. Если открыть календарик, даже не зная о том, что скоро выход рейда или что-то прочее, то можно увидеть весьма обычную информацию о том, что Анторус в обычном и героическом режиме ждет нас. То, что мы можем стартануть в него и начать в нем рейдинг. По этой причине будут стримы, связанные с этим рейдом, с нашим рейдовым освоением в гильдии Exploit в роли меня как танка, ДК, Вара и Друида. Да, у нас будет три рейда, в которых всех я участвую в роли танка. Своеобразные сплит-рейды, в котором будем равномерно делить добычу. Именно в среду я иду своим рыцарем смерти, и именно в среду моя задача полутать максимальное количество эссенций для апа-легендарок. Я маленько уже заготовил под это дело всякие ништячки, скажем так. Вот, но есть один трабл. О, эпик. А тысячу колды, богатый буду. Есть один трабл касательно завтрашнего стрима. То, что, ну, понимаете, Сибирь — это место относительно такое еще, которое живет, можно сказать, в каменном веке. И да, у нас есть такие темы, как отключение электричества. Знаете, со скольки до скольки его отключают? С 9:30 по Москве до 12:30 по Москве. Люди, давно играющие в Warcraft, прекрасно знают, что в 10 по Москве происходит ресет всех сундуков, недельных сундуков, локалок, рейдов и прочего. Запускается там новый контент в это время обычно. И получается-то что? Получается-то то, что люди-то будут уже заниматься новыми действиями, а я буду сидеть куковать под столом, поджав коленочки и, как знаете, как сумасшедший трястись от того, что я не могу зайти в Warcraft. Ну, печально, на самом деле. Хотя у меня есть ноутбук, у меня есть телефон с интернетом. Возможно, мое одиночество будет украшено именно таким контентом. Да, подумаю насчет этого. Вот, а так что? Стримы, видосики. Все это дело остается, все это дело не угасает. Развиваю эти темы, стараюсь сделать вам топовый контент. Самое главное, чтобы он вам нравился, и вы его ценили, чтобы я хоть понимал то, что, ну, то, что, допустим, это нравится, это не особо нравится. Такие вещи. Допустим, вскрытие карт. Ну, вскрытие карт я знаю, оно многим нравится, потому что это элемент рандома, который, ну, реально вообще ни от чего не зависит. То есть, и мне что в этом нравится, то, что я не трачу какую-то там голду на покупку, реализацию всего этого. Я беру сам крафчу с регенерирующихся ресурсов, которые там раз в день появляются, типа красок и травы, руды, там, красители и прочего всего этого. Вся эта механика весьма меня привлекает на самом деле. И в свое время в Дреноре я очень много карт вскрыл и большое количество голды поднял. Ну, сейчас, если так подумать о голде в Легионе, то, я не знаю, продавайте какие-то вещи, если у вас есть весьма ценные. Крафтите какой-то шмот, продавайте руду, траву. Зелья всякие алхимические, может, ценятся у нас нынче на ауке. Ну и скоро все-таки старт рейдового контента. Чарочки, руны, даже реально руны, которые, ну, зелененькие, которые повышают основную характеристику на 325, они тоже будут продаваться на аукционе, потому что вы думаете, все люди сделали бесконечную руну, допустим, на тех же твинках? Да ну. Я на двух персонажах только сделал, допустим, друидом я буду кушать эти зеленые рунки.
Вот, да и много людей вернется к открытию рейда, только я не знаю, на что они надеются. Надеются, наверное, на то, что в 900-м гире они всем-всем-всем нужны будут. Ну, я, конечно, расстрою вас, и я никогда не понимал, на что реально надеются эти люди. Скажу вам такую простую истину, что в 900-м эквипе вы вообще никому не нужны в этой игре. Ну, как бы это грубо ни звучало, но так оно и есть на самом деле. Сейчас актуальный эквип это у нас 935, 940, которые есть, ну, реально у всех персонажей, так если почекать моих, которых я, ну, не особо времени им уделил, то что там на них у нас получается? ДК 45, ВАР 44, Друид Паладин 938, что я ими делаю? Я закрываю им всего лишь один недельный ключ, 10, и вскрываю недельные сундуки с целью получения 935 награды и выше. Играл бы активно, был бы эквип выше на единиц 5-7. Да, так что как-то так вот сейчас все это дело обстоит в Легионе. Апайте гир, наслаждайтесь чудесным контентом, ну, что в игре, что на Ютубе и стримах от меня. Вот. Кажется, будет весело, очень много информации на самом деле есть, весьма полезный, только не знаю, как ее правильно растолковать. Если что-то придумаю насчет этого, то, конечно, сразу же реализую все это дело на YouTube-канал. Ну, а если нет, то, как говорится, и не будет этой топовой информации, увы. Это я что, уже 800 карт скрыл, пока я свой монолог веду? Жестко. Сейчас довскрываю и можно на этом заканчивать. Потому что, ну, зеленых карт тоже может эпически упасть. Касательно этих карт, это дренорские карты, которые крафтятся через профессию начертания и в дренорском гарнизоне. Если кого-то это заинтересовало, то найдите видосик на ютубе, либо просто в чатике твича на моем стриме, ссылочки, которые в описании есть, введите команду, восклицательный знак карты, и увидите подходящие для всего этого ссылочки. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, ждите топ-контента и врывайтесь в него. До скорого!